Московской области продолжается реализация президентской инициативы по социальной газификации населенных пунктов. На сегодняшний день в рамках исполнения региональной программы доступ к газу получили более 25 тысяч жителей Подмосковья. Газифицировано свыше 9 тысяч домовладений. С начала действия проекта 15 тысяч человек воспользовались услугами стационарных и мобильных пунктов социальной газификации. Подробную информацию о графике их работы можно найти на сайте Мособлгаза.